Правильно прописанная метаинформация крайне важна для вашего веб-сайта, видео на YouTube или публикации в Facebook, потому что пользователи читают ее перед тем, как кликнуть и перейти дальше. Но это важно не только для пользователей, но и для Google. В первом эпизоде SEO Miss Busting Мартин Сплит, аналитик Webmaster Trends в Google, дал три бесценных совета о том, чему веб-мастера должны уделять особое внимание. Это контент, метаинформация и поведенческий фактор. Я могу говорить в течение нескольких дней на темы контента и поведенческого фактора. Я имею в виду, что вам нужно создавать лучший контент, чем у ваших конкурентов. Вам нужно не только решать все проблемы ваших пользователей, но и сделать это лучше, чем ваши конкуренты. Больше об этом я расскажу в следующих видео. Итак, вернемся к теме метатегов. Как я уже говорил ранее, Мартин Сплит оценил метаинформацию как второй по важности фактор, которому веб-мастерам необходимо уделять внимание. На первом месте контент. Итак, контент является приоритетом номер один. Можешь ли ты назвать еще две вещи настолько же важные? Да, они тебе понравятся. Вторая важная вещь – это ваши метатеги, которые описывают ваш контент в результатах поиска, что дает также возможность ранжироваться в поисковой выдаче. Метатег description показывает небольшой сниппет в результатах поиска и метатег title, который является названием вашего контента. Важно иметь уникальные метатеги для всех страниц вашего сайта. Сейчас любая платформа или ядро сайта позволяет добавлять мета-информацию. Как писать метатеги? В них не хватает места для предоставления информации обо всем вашем контенте. У людей нет времени на чтение расширенной метаинформации. Как найти правильный баланс между длиной, ключевыми словами и информацией для пользователей? Я заметил, что иногда Google не понимает содержание вашего веб-сайта из-за ваших метаданных, и поэтому не ранжирует его. В этом видео я расскажу вам, как писать метатеги правильно, которые точно удовлетворят намерения пользователя, заинтересуют их, улучшат CTR и дадут Google и YouTube достаточно оснований для ранжирования вашего контента. Приветствую, я Анатолий из SEO Quick. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Прежде чем рассказать, как правильно прописывать метаинформацию, я хочу объяснить вам, что это такое. Метаинформацию можно увидеть на страницах выдачи в поисковых системах. Синие ссылки с заголовками – это тайтлы, а более длинные пояснения меньшим шрифтом – это дескрипшены. Каждая страница любого веб-сайта должна иметь уникальные метатеги, тайтл и дескрипшен. Тайтл – это название вашей страницы, а description – краткое объяснение контента, поданного на вашей странице. Вы можете добавить метатеги в WordPress с помощью плагина Yoast. Yoast очень полезен, потому что он помогает контролировать правильную длину ваших метатегов. Другие платформы также позволяют добавить метатеги. Правильно прописанная метаинформация улучшает ваш CTR и помогает Google понять намерения пользователя и сопоставить с вашими метатегами и контентом. Я покажу вам 9 методов для создания лучших метатегов, и 3 из них увеличат ваш CTR до 104%. Метод 1. Используйте скобки, цифры и символы. Согласно HubSpot, использование скобок в Title повышает CTR на 38%. Скобки разделяют ваш заголовок и предоставляют дополнительную информацию о вашем контенте. Кроме того, Moz заявил, что использование чисел в заголовке повышает кликабельность на 36%. Читатели любят цифры. Я имею в виду добавление фраз к вашему тайтлу. Например, скидка 30%. Новый кейс на 2019 год, музыкальный чарт топ-10 и так далее. Как ни странно, пользователи обращают больше внимания на неровные числа, чем неокругленные, например, 3, 5, 7, 11, 141. Метод 2. Пишите заглавные буквы каждое слово в тайтле, кроме союзов и предлогов. Это простое правило, которому нужно следовать, но многие сайты игнорируют его, а вы не должны. Посмотрите на тайтлы крупных брендов, таких как Amazon.
они всегда пишут каждое слово за главные буквы. Метод 3. Поставьте свой бренд или доменное имя в конце тайтла. Пользователи сканируют заголовки, читая первые три слова, прежде чем решать, читать ли дальше. Вставив название сайта или бренд в начале заголовка, вы запутаете и пользователей, и Google. Вы же этого не хотите? Гораздо лучше зацепить намерение пользователей в начале заголовка, а использование бренда или имени в конце повышает уровень доверия. Метод 4. Повышение любопытства. 75% наших решений принимается с помощью наших эмоций. И решение кликнуть на ваш заголовок не является исключением. Существует множество различных типов эмоций, таких как удивление, радость, доверие, страх, гнев, волнение и так далее. Вы когда-нибудь видели фильм, в котором можно точно предсказать конец? Предсказуемые фильмы чрезвычайно скучны. Интереснее не знать, чем закончится фильм. И еще лучше, когда вы не можете предсказать следующий эпизод серии. Лично я люблю непредсказуемые фильмы, уверен, как и все. Итак, перейдите к сути вашего заголовка. Расскажите людям, почему они должны кликнуть. Если пользователи точно знают, что они не получат от чтения вашего контента, чаще всего они не будут переходить на него. Спровоцируйте их любопытство. Способ сделать это – найти эмоциональные слова для вашего тайтла. Лучший метод поиска таких слов – это чтение релевантных объявлений Google Ads от других людей. Затем скопируйте интересные эмоциональные слова в список. Что вы также можете сделать, это зайти в Google и вставить соответствующие ключевые слова, чтобы найти больше эмоциональных слов. Используйте слова, которые вам нравятся. Тестируйте их. Метод 5. Лучшая длина для вашего тайтла. Google считает длину заголовка в пикселях. Каждый символ имеет разную длину. На экране вы можете увидеть несколько вариантов. Например, маленький символ А занимает 10 пикселей, а заглавная буква А – 12. Максимальная длина любого заголовка составляет 600 пикселей. Это соответствует длине от 5 до 10 слов или от 50 до 70 символов. Согласно исследованию Orbit Media, оптимальная длина заголовка составляет 55 символов. Вам нужно написать тайтл, который содержит всю необходимую информацию, но он не должен быть слишком коротким или слишком длинным. Причина в том, что Google сокращает длинные названия, а короткие заголовки не будут содержать достаточной информации. Поэтому еще раз контролируйте длину своей метаинформации с помощью Yoast. Во время набора текста он выделяет поле либо зеленым для хорошего текста, либо красным для неудачного. Метод 6. Полезный SEO-миф. Я никогда не думал, что найду миф о SEO, который может быть полезен, но это случилось. Некоторые оптимизаторы считают, что чем выше кликабельность, тем выше ранжирование сайта. Автор этой теории Рэнд Фишкин, соучредитель Moz. Тем не менее, Гарри Ильяс из Google опроверг этот миф о Reddit. Но хотите верьте, хотите нет. Самое важное – это не ваш рейтинг, а ваш трафик. Представьте себе сценарий. Ваше релевантное ключевое слово находится на пятой позиции с трафиком 1000 посетителей в месяц. Если вы улучшите CTR, чтобы удвоить свой трафик до 2000 посетителей, но ваше ключевое слово будет иметь ту же позицию с цифрой 5, имеет ли значение ваша позиция? Позиция не продают ваши продукты, и они не оплачивают ваши счета. Ваша цель – трафик, чтобы получать продажи. Некоторые оптимизаторы, особенно те, которые используют черное SEO, платят студентам или ботам, чтобы отправлять нерелевантный трафик на ваш сайт. Это не помогает ранжированию вашего сайта. Метод 7. Написание убедительного дескрипшена. Описание. Ваш дескрипшен объясняет ваш контент. Он детализирует то, что посетители увидят на вашем сайте и, следовательно, увеличивает ваш CTR. Описание – это код на вашей странице, созданный специально для поисковых систем. Самый простой способ создать дескрипшен – воспользоваться админ-панелью вашего сайта. Многие блогеры игнорируют этот код. Затем Google автоматически выбирает текст на вашей странице, который больше связан с искомыми ключевыми словами. Поэтому лучше написать убедительное описание самостоятельно, чем оставлять это для Google. Средняя длина дескрипшена составляет 160 символов, но Google может отображать и более длинные описания. Метод 8. Использование структурированных данных. Поисковые роботы или боты сканируют контент не так, как люди. Вы видите визуально часть контента своими глазами.
глазами. Поисковые роботы сканируют фактический код. После этого поисковые системы ранжируют ваш контент. Google не отображает только топ-10 страниц рейтинга в своих результатах поиска. Есть много других элементов, таких как расширенные сниппеты, блоки знаний, видео и карусели изображений, и это лишь некоторые из них. Вы можете увидеть, как этот контент выглядит в Google. Google понимает этот код, используя структурированные данные. Структурированные данные были созданы в сотрудничестве Google, Bing, Yahoo и Яндекс с единственной целью понимания и организации онлайн-контента. Представьте себе сценарий, в котором вы собираете много информации для своей новой статьи. Затем вы используете эту информацию, чтобы написать статью, которая хорошо структурирована с помощью логических цепочек. Поисковые системы также должны понимать ваши данные, что означает данные вашего контента, для того, чтобы передать правильную информацию в свои результаты поиска. Согласно HotSpot, структурированные данные помогают вам повысить CTR до 30%. Вот несколько форматов словарных данных. Schema.org – самый популярный и универсальный формат, поддерживаемый Google, Bing, Yahoo и Яндекс. Dublincore.org, XMLNS.com – вот грамматические форматы структурированных данных. JSON-LD.org. Google рекомендует этот формат. Другие грамматические форматы структурированных данных также поддерживаются в Google. Когда вы или ваш веб-разработчик настраиваете структурированные данные на своем сайте, убедитесь в правильности проверки с помощью инструмента структурированного тестирования Google. Google создал еще один бесплатный инструмент под названием «Помощник по разметке структурированных данных», который позволяет настраивать структурированные данные вручную. Метод 9. Используйте Google Analytics и консоль. После использования 8 моих рекомендаций, ваш последний шаг – проанализировать собранные результаты. Лучшие инструменты для достижения этой цели – Google Analytics и Google Console. Эти инструменты предоставляют аналитические данные и метрики для вашего сайта. Средний CTR для всех страниц вашего сайта можно проверить с помощью консоли Google на вкладке «Эффективность». Прокрутив вниз, вы увидите CTR для всех искомых ключевых слов на вашем сайте. Результаты зависят от вашей позиции, но вы можете улучшить их, используя эффективные методы, которые я собрал для вас в этом видео. Те же результаты можно также проверить в аналитике Google с помощью Acquisition Search Console Queries. Пример. Название этого видео – 9 методов, как писать метатеги, title и description для более высокого CTR в 2019 году. Ясно, что я рассмотрел эти эффективные методы, но я не могу использовать все из них. Причиной это является недостаток длины. На самом деле мне нужно было пожертвовать менее важными методами, чтобы получить оптимальный CTR. Вот и все на сегодня. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал, не стесняйтесь задавать мне любые вопросы по этой теме в разделе комментариев, я отвечу на все. Мне также интересно, какие методы вы будете использовать. Спасибо за просмотр моего видео. Увидимся в следующий раз.